Ремонтируют сегодня и учреждения дополнительного образования. На одну неделю закрылся бассейн Дворца спорта «Норд». Там запланировано обновление большой ванны, джакузи, также техническое обслуживание водной горки. Последний капитальный ремонт в бассейне проводили 3 года назад. Тогда практически полностью поменяли внешний вид 3 чаш. В том же году провели модернизацию бассейна. Появилась новая система хронометража. Она автоматически срабатывает, когда только спортсмен касается бортика. В этом году ремонт будет косметическим. Это ежегодные традиционные технические регламентные работы. Воду мы спускаем. И вот сейчас происходит проклейка бассейна. Подготовка его к новому учебному году. А вот у вас, вы говорили, то, что работали с какими-то химикатами. Это что именно делали? С химикатами? Вчера. Нет. Это обработка химикатами непосредственно бортиков и самого бассейна. Также отремонтируют любимую жителями округа аквагорку. На ней необходимо затереть швы, подкрутить места соединения деталей, проверить работу мотора. Не останется без внимания бригады и джакузи. Как без ремонта? Не может быть. Бассейн не вечный. Ремонтировать нужно. Регламентную работу нужно проводить постоянно. А вот что еще, кроме проклейки, будет проводиться? Ну, будет проводиться в джакузи затирка швов. Как правило, шпаклевка тоже выпадает. Понимаете, джакузи у нас работает. И также будут проводиться технические работы по насосы, проверяться и так далее, все оборудование техническое. Ремонтные работы в бассейне закончатся 17 июля, и в понедельник она будет готова принять первых пловцов. Согласно штатному расписанию, поплавать в бассейне можно в утренние, дневные и вечерние сеансы. Дмитрий Марков, Дмитрий Лукевич, телеканал «Север».